Планируете испечь что-нибудь сладенькое к чаю? Тогда с радостью расскажу, как приготовить медовик по бабушкиному рецепту со сметанным кремом. Удивительно вкусный, нежный и аппетитный. Запоминайте. Медовые коржи очень ароматные, хрустящие и прекрасно пропитываются кремом. Такой тортик можно приготовить как просто к чаю, так и на праздничный стол. Если у вас много крошки, то ее можно не только украсить торт перед подачей, но и пересыпать коржи. Сливочное масло, мед и сахар разотрите до однородности. Прогрейте немного на водяной бане, чтобы сахар растворился. Чуть остудите. По одному введите яйца, быстро перемешивая. Снова прогрейте на водяной бане минут 5, постоянно помешивая. Всыпьте просеянную муку и разрыхлитель. Замесите тесто. Разделите его на 6-7 одинаковых кусочков. Раскатайте тонко, выпекайте коржи при температуре 200 градусов до румяности. Теплыми обрежьте по тарелку или крышку. Обрезки измельчите в крошку. Для приготовления крема соедините сметану с сахарной пудрой. И взбейте до однородности. Перемажьте коржи кремом, хорошо промажьте верх и борта. Присыпьте крошкой и поставьте в холодильник на 4 часа, чтобы тортик хорошо пропитался. Приятного чаепития!